Уже совсем скоро здесь будет тепло и уютно. В здании детского сада на Ташкентской завершены все внешние общестроительные работы. Полностью выполнен фасад, закрыт тепловой контур. Со дня на день батареи потеплеют. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Выполнена асфальтовая отмостка здания, установлен бордюрный камень, сделано щебеночное заполнение. В ближайшее время его зальют асфальтом. Дневные температуры это позволяют. Кроме того, завезены материалы для обустройства детских площадок. И уже на следующей неделе здесь появятся беседки. А весной в стенах нового помещения зазвучит детский смех. Внутри уже закончена предчистовая отделка. То есть все помещения полностью готовы к покраске и укладке гомогенного покрытия в детские группы. На всех местах общего пользования уже выполнена керамическая плитка. На лестницах, в коридорах, в санузлах и в пищеблоке. В школе на 5-й просеке завершается устройство кровли. Активно ведутся внутренние работы. В блоках, где разместятся классы, красят стены, застилают полы, выкладывают плитку. Завершается работа по закрытию теплового контура. На двух блоках этой школы, которые у нас немного отставали по общестроительным работам, это актовый зал и спортивный зал, сейчас вошли в активную фазу внутренних отделочных работ по устройству полов, штукатурки стен. И уже на днях, благодаря витражным окнам, которые предусмотрены проектом, на стенах заиграют яркие блики. Витражи украсят и здание детского сада по адресу Подшипниковая, 27. Они уже доставлены. Внутренние работы также близятся к завершению. Внутри здания уже в части помещения выполнена в первом слое покраска и уложено гомогенное покрытие. Также полностью завершены работы по укладке керамической плитки во всех помещениях, где она должна быть. Сделаны все внутренние коммуникации. Все объекты возводятся в рамках национальных проектов демографии и образования и должны быть сданы до конца года. Виктория Шара, Константин Головин, Василий Колдашов. События.